Пензенские протестанты провели семинары для мужчин и женщин. Подробности узнаем из репортажа корреспондентов Сергея Киреева и Павла Шишкина. В церкви «Живая вера» собрались прихожанки церкви и опытные служители, имеющие большую практику служения женщинам. В ходе семинара были затронуты вопросы веры, служения женщин в церкви, отношения в семье и воспитания детей. Сегодня у нас прошел замечательный женский семинар, на котором наша гостья поделилась сначала Словом Божьим, очень насущным и сильным, которое произвело, я думаю, изменения во многих сердцах. И потом в простой обстановке, в простоте сердца мы общались, делились то, что есть у нас на сердце, и молились друг за друга, и что принесло действительно благословение Божье. Мне, как будущей жене, как будущей маме, просто было очень интересно, и затрагивались такие темы, как воспитание детей, как себя правильно вести между мужем и женой. Вот. Для меня это очень было полезно, и спасибо Господу за то, что такие семинары у нас проходят. Господь показал то, что Он любит нас, как своих детей. Но у Него также осталось много любви для тех, кто еще не узнал Его. Поэтому наша жизнь, цель нашей жизни, чтобы все люди познакомились с Его безусловной любовью. И мы думаем, что такие встречи нужно организовывать как можно чаще, чтобы возгревать веру в людях и вдохновлять их на служение Богу. В это же время состоялся мужской разговор с сильной половиной прихожан церкви, собравшихся в одном из конференц-залов Пензы. На семинаре обсуждались цели, задачи и призвания мужчины в церкви и обществе, а также говорилось о том, как формировать Божий характер на примерах из Слова Божьего. Церковь нуждается в нас, как в мужчинах, в том, что Господь заложил в нас, а Господь заложил в нас очень много. И очень часто мы вот это все не используем, не реализуем. На самом деле Господь, Он действовал, Господь через Свое Слово, через Своих помазанников, Он напоминал о том, что каждый мужчина, он призван быть мужем, призван быть отцом, призван именно брать и нести ответственность за Церковь Божью и именно призван быть светом и солью в этом мире. На этих семинарах мужчины и женщины могут задать вопросы, которые их интересуют не только в отношении их духовной жизни, но и в отношении устройства быта, воспитания детей, семейных взаимоотношений. Поэтому это время очень ценно, потому что здесь можно услышать в ответы на насущные, интересующие вопросы, а также получить молитву от известных опытных служителей, которые могут направить и наставить на истинный путь, и чтобы христианские семьи были еще более счастливыми и благословенными. И мы учили мужчин, мы разговаривали с мужчинами о том, чтобы мы вспомнили свое место в народе Божьем, в Церкви Христовой, о том, чтобы вернулись именно туда, откуда мы не спали, и научились слышать Бога и видеть нивы, которые побелели, и молиться Господину жатвы, чтобы Он сделал из нас делателей и выслал на ниву свою, чтобы мы могли именно делать дело Божие так, как делали это апостолы Господа Иисуса Христа. Сергей Киреев, Павел Шишкин, медиагруппа «Живая вера». Специально для телеслужбы «Благих новостей».